Ирина Рзанова давно завоевала признание и любовь зрителей. Она начала сниматься с середины 80-х и всегда была востребована даже в самый тяжелый период для российского кинематографа в 90-х. Интердевочка, Ворошиловский стрелок, Глянец, Петербургские тайны, Пепел, список фильмов и сериалов. Устаешь перечислять такой фильмографии. Позавидует любая актриса. Вот только главную роль звезды театра и кино сыграть не суждено. Она несколько раз была замужем, но детей у Ирины нет. Рзанова была замужем за режиссером Евгением Каменьковичем. Они познакомились, когда актриса училась в ГИТИСе. Сохранить семью паре не удалось. Брак продлился всего несколько лет. Со следующим мужем, Тимуром Вайнштейном, она даже обвенчалась в Израиле. Оба мечтали о детях. Рзанова забеременела, но выносить ребенка ей не удалось. Ее третьим мужем стал кинооператор Григорий Беленький. Их знакомство состоялось на съемках экранизации «Дети понедельника». Свадьбу отмечали на даче у хорошего друга актрисы Эльдара Рязанова. Но союз потерпел крах. Позже Ирина состояла в отношениях с режиссерами Дмитрием Мисхиевым и Бахтияром Худойназаровым. Последним рассталась в канун своего 50-летия. На свою судьбу она не жалуется, всех мужей вспоминает с теплотой, поддерживает с ними дружеские отношения. Говорит, что самые трудные годы были, когда ушли из жизни родители. Они всегда и во всем ее поддерживали. Артистка прекрасно выглядит по-прежнему, энергично и полна сил. Она редко дает интервью и не бегает на съемки для скандальных шоу. В настоящее время артистка много времени уделяет своим внучатым племянникам Егору и Макару. Это дети дочерей родного брата актрисы Павла. А вам нравится эта артистка? Пишите свои мысли в комментариях.